Многие богословы считают дозволенным убивать пауков и убирать их паутиной, потому что они наносят вред, даже если сей вред очень мал по сравнению с вредом некоторых других животных. Основанием для убийства животных, причиняющих вред, служат слова посланника Божьего, саллиллаху алейхи вассалям. Есть 5 видов животных, вредящих человеку, которых можно убивать на территории Аль-Харама. Это ворона, коршун, бешеная собака, скорпион и мышь. Хадис передали оба шейха, Аль-Бухари и Муслим. От Айши, да будет доволен ее Аллах. Следовательно, нет греха в вычищении паутины, поскольку она пачкает стены дома. Иной раз паук может заселиться и в одежде, или в других местах и причинит вред. Поэтому нет греха в убийстве паука, если от его вреда невозможно защититься иным способом. А Аллах знает лучше.